Тут мне под последним роликом написали, что я не прав. Ну, по какой-то причине не аргументировали, почему. Еще вот женщина оставила такой комментарий. Вообще, это влажная мечта каждой женщины, что она может быть интересна любому мужчине. Неинтересно. 99% женщин по-настоящему неинтересны мужчинам, даже несмотря на все эти салоны красоты, трусы, чулки и прочую дребедень, которую они на себя напяливают, чтобы стать красивее и привлекательнее. Мужчина выбирает данную конкретную женщину только по той причине, что выбирать-то особо и не из кого. Они все одинаковые. Какая ему разница, будет это Даша, Маша, Клаша? Они принципиально друг от друга ничем не отличаются. И какой смысл для мужчины копаться в этой навозной куче, если в итоге он все равно получит все то же самое? Как я уже не один раз говорил, у женщин нет выбора. Женщине недоступен тот мужчина, который ей нравится и которого она хочет. Ну вот представьте себе, какой-то женщине понравился и киноартист, певец или олигарх, и она его хочет. Да он поссать сходить не может, потому что как только он расстегивает ширинку, у него уже 10 баб сосут. За него между женщинами идет такая конкуренция, что этой лохушке с жестяной короной на голове там просто ловить нечего. Понимаете, в чем дело? Мне не интересна какая-то отдельная конкретно взятая женщина. Мне интересны те функции, которые она может для меня выполнять. А так как женщин вокруг хоть пруд пруди, то обязательно среди них найдутся хоть несколько сообразительных, которые с этим смогут справиться. И мне останется только провести между ними конкурс на замещение вакантного места рядом со мной.